В 90-м году, когда начали собираться эти люди, основным интересом были НЛО и встречи с ними, но сегодня это понятие расширилось безгранично. Уфология, в широком смысле этого слова, наука, изучающая человека, Вселенную и их взаимосвязь. Не каждый может понять экспонируемый клубом работы. Абстракция. Сплошная абстракция, пока что еще такого впечатления еще не сложилось. Сами же авторы не считают свои работы лишенными смысла. Посредством недоступного человеку непосвященному контакта любители неизвестного создают свои полотна, через которые пытаются передать таинственное знание, полученное от двойников мира параллельного. Этот луч общения, он так и называется луч общения, связывает меня с моим учителем. Он дает знание жизни. И тем не менее, эти люди увлечены общением друг с другом и с иными мирами. Пытаясь найти истину, они все подвергают сомнению. И очень часто число различных версий, гипотез и философских взглядов совпадает с числом членов клуба, которых около 30.